6 марта 2023 года в 8 часов 35 минут на 13 километров автодороги Калининград-Мамоново следовал автомобиль BMW X6 под управлением 35-летнего водителя, который завершил наезд на 13-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения. Уважаемые родители, ежедневно напоминайте детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Расскажите ребенку, где можно переходить дорогу. Создайте безопасный маршрут и объясните, что любой неожиданный выход на проезжую часть дороги может привести к серьезным последствиям. Берегите себя и своих близких.